Убери! Убери руки! Иди, давай, не бойся! Убери свои поганые руки, бандитская морда! Убери руки, отпусти! Свинцов! Отпусти гражданина, Свинцов! Отпусти гражданина, Свинцов! Бандитская морда! Вы начальник? Допустим. Здравствуйте. А, здравствуйте, здравствуйте. О, вы тоже наш. Я наш, но не ваш. Да? Кто бы мог подумать? На вид такое интеллигентное лицо. Ну так я вас слушаю, гражданин начальник. Вы меня? Очень любопытно. А может, давайте все-таки наоборот? Давайте я вас послушаю. Мне приятно видеть ваше лицо, начальник, но нам с вами придется попрощаться. И я даже вам могу сказать, почему. Любопытно. Только вы сначала увольте этого идиота. Стоп, стоп. Как вы сказали? Как вы сказали? Вы сказали этого идиота. Правильно, посмотрите на него. Кто это? Это нормальный бандитский идиот. Подожди, Свинцов. Что он прицепился ко мне на базаре? К лучшему сапожнику города. Что я ему сделал? Свинцов. А действительно, что ты прицепился к человеку на базаре? А? Что он тебе сделал, Свинцов? А пусть сам скажет. Я скажу, я все скажу. Буду очень рад вас послушать. Ему, видите ли, не нравится моя фамилия. Я представляю, какая у вас фамилия. Даже не представляете, какая у меня фамилия. Да. Да? Да. Да. Ну какая у вас фамилия? Моя? Ваша. Моя фамилия вот. Маркс? Нет, моя фамилия Сталин. Как вы сказали, ваша фамилия? Вы не слышали фамилию, которую я вам назвал? Да, я слышал. А вот Свинцов слышал? А? Взять! Чё? Фас! Фас, Свинцов! Да вы что? Вы что? Не смеете меня бить? Меня нельзя бить! У меня от этого может из разных мест пойти кровь! Вы, дорогой мой товарищ, посмели назвать себя именем, которое всем нам слишком дорого. Которое в нашей стране может носить только один человек. Только один человек! Вы знаете, о ком я? Вообще, вы знаете, о ком я говорю? Я прекрасно знаю, о ком вы говорите. Чуть погромче. Да, да. Да-да-да. Ты, сапожник, не представляешь, что с тобой будет. Это вы не представляете, что с вами будет, когда вы посмотрите мой документ. Я сниму свои штаны, и вы с вашим идиотом будете целовать меня в заднее место, сюда и сюда. Фас! Понятно? Молодец, Свинцов. Служу трудовому народу. Кстати, Свинцов, а где вы документы? А на кой они вам? А мне нужно протокол составить, Свинцов. Я тебе сколько раз говорил. Взял человека, возьми документы. Не взял человека, не бери документы. Учи вас, понимаешь? Сейчас, сейчас. Кто там копаешься? Давай быстрее. Вот. Каждая мразь будет называть себя именем, которое живет у нас в сердцах. Это имя вот. Свинцов, чьи документы? Егоные. А? Егоные. Вон. А? Вон! А? Пошел вон, Свинцов! Вон! Нет, Сталин! Сталин, господи! Не может быть! Моисей Соломонович, неужели вас? Похож. Отец Сталина был сапожник. Папа! Мама! Капа! Я враг народа! Господи, что я говорю? Я расстреляю! Товарищ Сталин!
Дорогой товарищ, папа Сталин! Товарищ Сталин! Папа! Папа! Товарищи! Папу Сталина убили! Здравия желаю, товарищ Сталин! Виделись. Ой, ой, какой ужас. Как же все болит. Ой, вы папа товарища Сталина. Испугался, да? Бандитская морда. Ой, а где мои зубы? Куда вы дели мои зубы? Где я теперь возьму такие зубы? Мы вам оставим новые. Эти зубы мне вставлял лично мой сын. Вам Сталин лично, товарищ Сталин! Можно потрогать! Как твоя фамилия? Я забыл! Да, забыл! А как зовут тебя, не забыл? Ну-ка вспомни, как тебя зовут! Афоня! Афоня! Так вот слушай, Афоня, я сейчас буду звонить лично моему сыну! Не надо! Не надо! Надо! Не надо! Надо! Мне нужен товарищ Сталин! Не надо ему звонить! А как? Тогда ему сейчас буду лично писать. Не надо ему писать! Буду лично писать! Не надо ему писать! Не надо! Не надо! Не надо! Не надо! Не надо! Не надо! Я ему сам напишу! Что? Я ему, знаете, как красиво напишу! Я так красиво пишу! Я напишу: дорогой и любимый Иосиф Моисеевич! Вот какие ему напишу, понимаете? Моисеевич! Подождите, а почему, собственно, Моисеевич? Потому что я Моисей, а он Моисеевич. Нет, нет, подождите, что вы меня путаете? Я вас? У папы товарища Сталина вообще должна быть другая фамилия. Какая? Какая, какая? Всем известно, какая у него фамилия. Ну-ка. У него очень красивая фамилия. У него фамилия-то это... Джога. Ну и так. И имя у него это, у папы-то, имя-то его Иосиф, папа-то его. Господи, боже мой, как же его зовут-то? Ну не так. Послушайте, собственно говоря, почему себя выдаете за папу товарища Сталина? Потому что я и есть папа товарища Сталина. Мой сын Зиновий Моисеевич Сталин, ты слышишь, Афоня? Да. Лучший зубной техник в Гомеле. Что? Что, что? Техник? Лучший. Свинцов! Зачем звать этого бандита? Ну вы же молодой человек. Зачем вам портить свою карьеру? Свинцов, иди сюда! Стой там, Свинцов! Нет, ты не стой, Свинцов! Ты фас! Свинцов не фас! Что ты бил Сталина? Не представляю, что вы делаете? Не трогайте Владимира Ильича! Бандит! Оставьте вождя в покое! Вы даже не папу Сталина, а просто какого-нибудь Сталина! Вы товарищи! Здесь убивают Сталина! Остановитесь! Здесь Сталин! Это шутка, товарищи! Это шутка! Убивают! Я все понял! Я все понял! Свинцов! Иди, господин Свинцов! Так что, я свободен? Конечно, конечно, Моисей Соломонович! Паспорт! Свинцов, придешь товарищу паспорт? Сапоги? Сапоги? Да. Все. Нет, не все! Зубы! И вставишь зубы! Нет! Отстави зубы, Свинцов! Отойди! Сейчас... Капитан Алексеевна, зайдите ко мне. Но вас же люди, Афанасий Петрович. Ну и что, что люди? По работе!
Капитан Алексеевна. Слушаю вас. Капитан Алексеевна, выпишите, пожалуйста, направление зубному технику вот нашему дорогому, уважаемому Василию Соломоновичу. Может, его еще и на курорт нам отправить? Ой, я так люблю курорт, особенно да. Крым. Ой, Крым, это такой цимес. Но я боюсь, что туда могут скоро войти немцы. Да. Капитан Алексеевна, выпишите, пожалуйста, направление. Как его фамилия? Моя фамилия? Не надо никакой фамилии. Выпишите просто на предъявителя. У него что, нет фамилии? У меня есть фамилия. Да, у вас есть фамилия, есть. Но она неприличная. У меня неприличная фамилия. Она приличная, она очень приличная. Какая? Она неприлично секретная фамилия. Вот так вот. Ну так какая? Товарищ сержант, выполняйте приказание. Не кричите на меня. Я беременна. За день сегодня. Вот вы к нам пришли, Моисей Соломонович. Какая радость. Моисей Соломонович, значит, мы договорились, да? Никогда никому ничего. Афончик, так приятно иметь маленький секрет с НКВД. Свинцов! Я! Тебя тоже касается. А? Никогда никому ничего. Че? Наряд. За что? Два, то пять. Что? Давай, стреляй. Служу трудовому народу. Вот и служи ему, Свинцов. А пока вот проводи товарища. Иди вперед, бандитская морда. Товарищ капитан. Иди, иди, бандитская морда. Эх, товарищ капитан. Паспорт. Моисей Соломонович. А. Забыл. Афоня, ну скажи все-таки честно мне, ты не аид? Соломонович, я тебя умоляю, только не это. Это ж надо, это такое библейское лицо и не еврей. Ах,